Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW M2. Ремонт переда. Итак, машина ко мне приехала разобранной. Двигатель тоже был вытащен. Установлю машину на стапель, и после мы увидим, что я должен сделать. Итак, машина на стапеле. Теперь видно, что нужно ремонтировать. Правая сторона повреждена довольно сильно. Лонжерон буду менять. Для этого у меня есть донорская часть. Левый лонжерон немного согнут. Ремонт начну с правого лонжерона. Первым делом я его вытягиваю. Больше не тянется. Вырежу кусок с внутренней стороны лонжерона и затем попробую еще раз потянуть. Работа с вытяжкой закончена, удаляю оставшиеся части лонжерона. Лонжерон удален. Теперь подровняю верхнюю часть. Она имеет вин, равнять буду аккуратно. Итак, эту детальку я подровнял, и небольшие повреждения правой стороны тоже. Могу устанавливать лонжерон и сваривать его. Но сначала я сделаю левый лонжерон. Сначала тяну.
удаляю часть лонжерона. Теперь подровняю эти вмятины и затем сварю лонжерон. Итак, левый лонжерон сделан. Теперь я буду устанавливать правый лонжерон. Из донорской части возьму нужный мне кусок. Для установки лонжерона я установил подрамник. Лонжерон прикручу к подрамнику. Делаю необходимые мне измерения, корректирую и затем свариваю. Итак, сварочные работы закончены, теперь я покрашу лонжероны.
Покраска лонжеронов и обработка внутренних полостей мобилю сделаны. Собираю. Моя работа закончена. На эту работу ушло 28 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!